встречается? Ой. Неужели я так набился? Ой, официантки качаются, девушки. Весь мир качается. Но это между нами, братцы. Юрий Ермолаевич, а вот вы сказали, что у Валерии что-то есть. Вы правда находите? Нет, не нахожу. У него же лицо, пардон, как у дельфина. Во! Но ты не огорчайся. Кино нужно, чтобы на втором плане двигались фигуры. Дается там в руки зонтик или еще что. Тебе говорят, Валерка, прохаживайся. И ты ходишь туда-сюда. Ты же деталь. Пятно. Вы пьяны. Вы неприлично пьяны. Извините, я предупреждал. А что он обиделся? Из-за пятна. Ох. А между прочим, без пятна не бывает искусства, Валера. Поедем обратно в Алапаевск. Послушай меня. Я же отец твой. Прекратишь ты наконец или нет? Поедем обратно. Послушай меня. Вы-то что уставились на меня? А вы-то кто? Жалко мне вас. Я, кажется, умерла бы так, мне вас жалко. Не смейте меня жалеть! Не лезьте не в свое дело, идите мойте свои грязные горшки! Я вам не мешаю! Оставьте меня все в покое! Тамарочка, что же такое? Ну, объясни же ему.